Начнем со срочной новости. В региональном управлении строительства и ЖКХ только что подтвердили, дорога на Ринмар-Усинск официально не открыта. Однако, несмотря на все запреты, с города в сторону Республики Коми сейчас движется большая колонна грузовых автомобилей. По некоторым данным, это машины предпринимателей. На Зимник в ближайшие минуты отправятся полицейские. Они намерены остановить водителей фур. Вот как эту ситуацию прокомментировала начальник управления строительства и ЖКХ Ненинского округа Валентина Саутина. Если есть большое желание выехать на Зимник, то выезжать возможно только после разрешения, так как на сегодняшний день Зимник еще не достроен, не пролито ряд участков. Это в районе Белуготы не пролит участок, поэтому он не подготовлен для проезда техники. И участок отворотка от Лаевожской дороги на сам Зимник. Убедительная просьба не выезжать до особого распоряжения. Особое распоряжение – это получение разрешительных документов на проезд подрядной организации. В этом году у нас устройство Зимника организовано гораздо, скажем так, более организованно выполняются работы по устройству Зимника, потому что «Лукойл» приступили к работам своевременно, но погодные условия не позволяют им завершить к заявленному сроку 25-26 декабря. Ориентировочный срок завершения устройства Зимника – это воскресенье, понедельник. И если мы сейчас не остановим движение по Зимнику, тогда этот срок будет еще более сдвинут, и возможность движения уже появится только после праздников.